Во вторник, в День российского предпринимательства, в Москве состоялся ежегодный бизнес-форум «Движение на опережение». Обсуждались стратегии выхода российских компаний на внешние рынки, проблемы промышленной политики, импортозамещения, госзакупок и другие актуальные темы. Об опыте нашего региона в улучшении инвестиционного климата и развитии фармацевтического кластера рассказал губернатор Сергей Ястребов. Главное внимание он уделил системе подготовки кадров.